понедельник в Самарской области будет пасмурно, местами пройдет дождь, тепло. Днем плюс 8, плюс 10 градусов, ночью плюс 3, плюс 5. Ветер преимущественно юго-западного направления будет дуть со скоростью 5-7 метров в секунду. В Сызрани небо закроет тучи без осадков. Днем плюс 10, ночью плюс 3 градуса, ветер юго-западного направления 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, вечером пройдет дождь, днем плюс 9 градусов, ночью плюс 3, ветер юго-западный 7 метров в секунду. В Самаре пасмурно и без осадков, днем плюс 9 градусов, ночью плюс 5, ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 69%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.